Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls 2 DLC, и сейчас мы попробуем попасть в локацию, где еще не были в этом DLC. Дракона мы уже шлепнули, корону получили, осталось, наверное, уже немного. Так, мне нужно попасть, само собой, в замок. То есть, вон эта дорожка туда. Значит, мне надо просто спуститься тут, как я это делал уже когда-то. Ой. Здрасте, конечно, и до свидания, конечно. Так, ну теперь-то этих придурков дракон уже не сожжет. Придется с ними подраться. Ну ладно, не будем магию тратить. Попробуем так. Вот дебил. Щита-то нету. Нет. Лучшее начало, я так думаю. Запутаться в оружии. Надо убрать одну из этих рапир. Убрать одну из этих рапир. Давай уже. Хотя огненный меч можно сюда воткнуть бонусом, если тот будет разваливаться. Так, прыжок. Прыжок. Может пробежать просто мимо них? Ладно, я попробую все же их убить. Заодно посмотрю, как рапира по ним бьет. Блин, чуть свои души не потерял. Вы что, офигели? Ну ничего так. Мне кажется, даже неплохо. Так, и вот она, по-моему... Стоп, там еще же что-то было. Я помню, я пропустил, что ли. Так, там эти призраки были. А, вот, кнопка, точно. По кнопке можно же ударить. И что у нас тут? О, тело. Душа великого героя, драконий талисман. Великого героя душа, это хорошо. Можно будет использовать. Использован ключ от вечного святилища. Хорошо. Тут мы точно еще не... О! Ты шутишь, да? Ладно. Перегруппировка. Ну ты тут уже намутила себе шарики, я вижу. Сколько ж сундучков тут? Еще может какой-нибудь босс встретится. Хотя подождите, когда еще была локация закрыта, власти над молниями. Когда локация еще была закрыта, могли читеры призвать локацию, и в какой-то я был, где я еще не был. Надо будет... Так, что это? Опять кольцо Сира Йорка, который вторгся в Шульву, да-да-да. Найдя Сина... Ну это... Стоп. Это другое кольцо я нашел сейчас. Да, вот оно. Кольцо в виде руки, хватающий камень, усиливает атаку молнии, но ослабляет физическую защиту. Никто не знает, откуда взялось это кольцо, но можно догадаться, что оно было
посвящено одному из темных богов. Чтобы успешно использовать кольцо, нужно обладать особым умением. Умением? Да, сушеный корень — это бред. Еще один. Потому что тут рандомно все появляется или как? Ну, вряд ли, конечно. Просто наложили сушеных корней. Какой долгий подъем. Что за звук? Что он пишет? Слушай внимательно, и тогда спокойствие. Угу. Похоже на жучков. Засада сверху. Окей. Что, и вся ваша засада? Так, туда мостик ведет. А что наверху? Щит-святилище. Разработчики могли бы на самом деле хоть немножко мимиков здесь поставить. Так, щит-святилище. А, вот он. Необычный щит из сокровищницы Топлого Короля. Соединение древесины, загадочного дерева и колокольного железа позволяет этому щиту служить катализатором чудес и волшебства. Чудеса и волшебство священного города сгинули, но о их силе можно судить по качеству сохранившихся доспехов и щитов. У меня, кстати, такой уже щит есть один. Не уверен, что он там на все, но на... Молнии он точно пускал, короче, чудеса творил. О, костерчик. Прикольно. Ладно. Похоже, нам по мосту идти. Шуль восвещен. О, боже мой. Я помню уже одного такого инвейдера. Шутом его звали, а шут меня напряг. Нихера себе ты. Бодренький. А я лечиться же не могу, вот он, подонок. А он может. Ха-ха. Хитрый петух, хитрый. Ну ладно. Подождем, пока я смогу лечиться. Тут и есть где бегать, так что давай. Будешь кидаться опять? Как же тяжело до него дотянуться. Ну как тут? Ну всегда я на кусочек жадничаю. А, ну ладно, я с ним встречусь еще раз, он в меня опять кинет херней. Не всегда рапира хороша, теперь мне... Достаточно далеко бежать, поэтому я остановлю запись и добегу туда сам. Так, ну что ж, мы вновь здесь. Посмотрим. Наслаждайся.
Бальдер. Каменный щит. Ну, конечно, у него вообще стойкость сильная. Так, за костром, я думаю, можно и посидеть. Ну, это, кстати, последний костер, по идее. У меня есть какой-нибудь заточенный лук, интересно, мне вдруг стало. Ну, длинный лук вот мы как раз нашли здесь. А, стрелы еще надо поставить. Поднялась эта штука. Я думал, что та подымется. Непонятно. Ну ладно. Так, лифт приехал. Ну ладно. Он, скорее всего, какой-то шорткат делает. Сильный враг впереди. Неужто еще босс? Пещеры мертвых. Вот, кстати, это место, куда могли призвать из того зала сюда. То есть, видите, эти статуи, они, видимо, как-то действуют как призыв. Но, тем не менее, мы можем попробовать пройти это место одни, а можем попробовать... Ну, я попробую один. Чисто так. Ради спортивного интереса разочек. А потом призову, пофигу. Потому что дурацкий босс. Честно. Ну почему ты мажешь? Черт возьми. Эти статуи, а? Так, отсюда мы пришли. Не факт, что это что-то сделает. Наверняка ничего это не сделает, но для эстетики. Замечательно. Так и отравиться можно. Я думаю, что у меня не так? Не
Да, плюете вы тут хорошо. Я этого не вынесу. Может помочь блок, и тогда тупик впереди. Статуи, конечно, раздражают. Так, это что, путь дальше? Здесь. Хорошо, я еще проверю, что там. Эти штуки можно, кстати. О, предмет. Казалось, там было написано «Священный жук» или что-то типа того. Угу. Так. Предмет впереди. Ну, нечто окаменевшее. Да, стреляющих штук тут много. Мне не сюда. Мне не сюда. И не сюда, там предмет был. Ух ты, там еще предмет. О, да, замечательный предмет. А, похоже, мне остается единственный путь. Знаете, статуи больше раздражают, чем что-то делают. Здесь. Блин, потерял два шарика. Выманивание это я люблю. Только не отравись, пожалуйста. Почти мертв. Мертв.
А тот все не может мимо змейки пройти, вот дурачок. Так, ну и все, типа, пришли. Такое за статуя. А типа гигантская, в этом весь смысл. Ругается. Ладно. Я думаю, мне нужно кому-то помочь, чтобы восстановить себе маги. Хотя можно просто скушать травку. Попробуем. Ладно. Началось. Но чувак с луком, он не сильно вроде опасен. Не знаю, не знаю. Ты хавал, обнаглел, да? Хера не видно, а? Ну как вообще, ну не надо делать так. Все, не хочу я драться с ними один, надоело, не могу. Тупой босс совершенно. Убить можно, но бег... Хотя можно пробежать тупо. Или не получится. Ладно, сейчас попробую один раз пробежать тупо. Как он меня бесит. Вот он, я такой герой, забежал, спустился.
Магию-то наложить на оружие не успею потом. Беги, не. Правда, я не знаю, куда бежать. Пока верно бегу. Ну и как я умер? Мне кто-нибудь объяснит, как я потерял все? Да что-то шкала накопилась. Да, по-моему, они попадали в меня раньше больше, чем сейчас. Почему? У меня здоровье вот столько стало. Я умер-то один раз, а не 10. Это какой-то бред на самом-то деле. Ладно, ладно. Сейчас пойдем воевать группой. Возьмем просто магическое оружие на пока. Давай. Где там твой мелок? Ну вот, светящийся жук. Вы наносите больше урон, получаете меньший. Интересная штука. Для читеров, которые это размножат, вообще замечательно будет. А, ну я ж призываю, зачем мне мелок? Ты нормально. А вот это интересно. Но я попробую его призвать, это какой-то NPC-шный фантом. Поехали. У меня броня, конечно, упоротая, но... Ничего страшного. Не, ну можно тупо пробежать, но это при желании. Как бы NPC, он все равно останется там и будет драться, я полагаю. Но я всегда могу призвать кого-нибудь на, ну, в конце этой локации. Так, сейчас я попробую это сделать, кстати. Но он жив. Души свои нашел.
Ну, поехали. Посмотрим, что они сделают против троих. Главное, чтобы меня не убили. Правда, они тоже будут в три раза сильнее, но... Ух ты. Красавчик. Он решил сразу побежать на... Так, где выход отсюда? Постой, Хавл. Хавл. Давай по-дружному. Что ты делаешь, больной ты? О, ты молодец. Опять я упал. Да как же так? Хавл серьезный парень. Когда-то я Хавла на первом левеле делал, а сейчас он меня сделает. Ну, ребята стараются, так что... Мое дело просто отвлекать Хавла, походу. О, да. Нет! Нет! Ну это уж совсем жопа. Ну как так можно? Ну бэкстеп, блин. Все. Все. Просто супер. Плохое оружие. Ой, нет, все. Дно дном. Вот оно. Совсем дно. Не буду я в этот раз брать НПЦ. Пошел в фон. Во. Мне как-то тухловато. Ну, может быть, кто-нибудь появится. Вот этого чувака я не хочу призывать. Алчный Андрей. Очень, очень здорово. Этот НПЦ совсем печальный. Не печальнее меня, но печальный. Ладно, поставлю на паузу, подожду, пока кто-нибудь появится. Ладно, ребята, посмотрим, насколько будет крут жалкий Андрей. Нет, жадный, я не знаю. Помашем. И все, пошли. Пошли. Да блин, я получаю урон просто даже ничего не делая.
Вот откуда у них такие бэкстебы? Ну, конечно, понимают, полуторный меч, но все же. Меня защищать должны, дебилы. Но проще пробежать мимо, да? Я не знаю, Алчный Андрей, это, наверное, русский НПЦ. Потому что иначе я не понимаю, почему он не идет просто мимо мобов. А может быть, он без DLC просто смотрит его. Ну пошли, Тори. Не будь дауном. Да, с таким-то я пройду. Лук, конечно. Но, боже ты мой. Ну, нападай. Давай бэкстепа мы сделаем. Это вообще здорово. Да-да. Надеюсь, у входа хоть кого-то я смогу призвать. Да, я вижу уже. Хватит по мне стрелять, я сейчас умру от этого, опять же. Пошел в жопу. Давай. О, ты боже мой. Ну и как мне дождаться, чтобы тут появился какой-нибудь знак? Ну вдвоем не убьем, ну он стоит, но даже не полное здоровье. И стучит. Ладно, пошли. В следующий раз, если что, начинаю сразу с босса. Хочешь немножко боли, да? Ну вот тебе немножко боли. Класс.
Да пошел вон со своим бэкстебом, знаю я тебя, знаю. Ну вот. Алчный Андрей повеселился. Теперь мне с ними сильными ловить нечего. Да давай, удаляй. Ну, стрелой пора бы попасть в меня. Молодец, Хавил, молодец. Ладно, увидимся опять же на боссе. Пауза. Говно. Так, ну что, призыв фантома произошел. Надеюсь, они мне помогут. И вперед. Ой, поехали. Ой, мои души. Какая арена веселая. Ей! Первый есть. Так. Намутим себе оружие. Скорбящая разорительница гробниц, древний солдат Варк и старый исследователь Церах. Интересно. Хороший у него бэкстеп. Сильнее, чем все три МПЦ. Ну, два. Фух. Окаменевшая кость дракона, кусок титаницы, мерцающий титаник. Медаль света еще, наверное, это за то, что с этим убивали. Ну что ж, похоже, DLC закончено. Надо только пошариться по этой локации, посмотреть, может тут что-нибудь есть интересненькое. Но босс на самом деле
как сказать, напряжный и не напряжный. Просто мне неохота с ним напрягаться. Первый раз даже вышло так, что можно было победить, но... Ну и что у нас тут? Смотри внимательно. Предмет. Наверное, куда-то можно стрельнуть. Но я что-то не наблюдаю никаких. Ну ладно. Нечто потрясающее впереди. Мимик? Было бы очень потрясающе. Цветочная юбка. Интересно. Ну что это за цветочная юбка? Юбка безымянного трубадура. Она очень прочная, несмотря на свой внешний вид. Да. Трубадуры могут быть вполне самостоятельны, опираясь на знания искусств, но порой им нужны щедрые покровители. Завораживающие узоры из цветов на юбке должны привлечь внимание потенциального спонсора. Наверное, мне стоит одеть ее. Серьезно? Вау, факел, факел, вау. Костер тут где-то рядом, то есть... Ну, как бы все костры я и так открыл, то есть оно... Факел впереди, серьезно? Ой. Чуть не грохнулся. Фух, ну вот, в общем-то, и все. На этом мы заканчиваем первое DLC. Увидимся в следующем. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, увидимся.